Один из проходов, ведущих к морю. Согласно новым правилам благоустройства, товар не должен быть выставлен за пределами торговых точек. В этом случае все, что находится за границами павильонов, – муниципальная земля. Как пояснили в управлении торговли, штрафы за такие нарушения можно выписывать хоть каждый день. Задача – дисциплинировать бизнес, а также сделать сервис менее навязчивым. Здесь же точка по розливу пива, которая по закону может находиться только в стационарном объекте. Штраф за такое нарушение – от 30 до 50 тысяч рублей. А уже на выходе – точка по нанесению временных татуировок, которая также работала без каких-либо на то оснований. При выходе на пляж был установлен объект, который занимается нанесением тату. Данный объект располагается на муниципальной территории, осуществляет деятельность незаконно, составлен административный материал, объект демонтирован самостоятельно собственником. Первый штраф от 1000 рублей, повторный уже до 3000 рублей. Мы эту работу будем продолжать, каждый день по одному проходу будем наводить порядок в данном направлении.